Все, я выехал из Новосибирска в Москву. Да. Нижний, как и хотел. Я не пошел в кассу, пошел в сервис-центр. Ну, там 250 рублей этот, у них сборы агентские. И выписала билет, через час говорит поезд. Я да уже едем. Я бы в кассе 2 часа простоял. Два часа простоял, не меньше. Слушай, значит, 22-го приезжаем в Москву, 16:40. Это что там с Сургутом? Да. Все, в силе под вопросом. Это Давидовские? А что за автомобиль? Ну, понятно. Да, но я, ну, настраиваться нет. Ну ты там дерни, скажи, вот так и так, 22-го приедет. Дело в том, что... Четвёртого июля. Ну там сколько, двое суток, да, по-моему? Ну ладно, там 3000 километров. Ладно, сейчас. Блин, ладно, я сам этот, если интернет будет, я сам посмотрю, на какое число буду заказывать билет. При условии, что будет... Слушай, а суд когда? Это какого числа? Так я еще успею туда попасть? Лениво, неохота идти. Ладно. Вообще-то наказать нужно было этого подонка. Ладно, все, тогда это, договорились. Я совсем забыл, что 4-го. Ну все, пока.
Станция Чик. Thank you.
мясо копченого. Копченого, копченого. Копченого. Станция копченого. Светка идет. Целый день вот так вот сидеть, трембить, комментировать, точно скажет псих. Там вот буквально, что в пятницу буквально.
А мы ехали в Кульцевке, там мы были еще в отпуске. У нас какой-то вагон загорелся. Прям загорелся речка. Все, да. Все выскочили. Thank you.
стартовали в Новосибирске. Немного проехали, я смотрю. Ни зарядки, ни питания нет. Срочно поменял другой аккумулятор. Я так, все. Всегда везде, во всем должен быть резерв, запас. Разумный запас. Нельзя ковырять.